А вот автомобилистов Прибайкалья явно удивит следующая новость. Ведь Иркутская область вошла в двадцатку регионов с самым доступным для населения бензином. Правда, в топе наш субъект лишь на 19-й строчке. Ну а тем не менее, рейтинг составляли на основе статистики. В частности, аналитики РИА Новости посчитали, сколько топлива марки АИ-92 можно купить на среднюю зарплату жителей. И получилось, что среднестатистический прибайкалец может купить 1038 литров бензина в месяц. В лидеры по доступности топлива вышли регионы Крайнего Севера и Москва. А меньше всего бензина могут купить жители Кавказа. С подробными расчетами не согласны экономисты, ведь средняя зарплата в Прибайкале рассчитывается из суммы дохода, в том числе представителей добывающей промышленности, чиновников, а также жителей, которые работают продавцами, учителями и так далее. Разброс между этими цифрами значительный. И в реальности немалой части жителей закупка бензина влетает в копеечку. А вот цена на топливо немного снизилась. Цены на бензин последние где-то полгода, они даже начали снижаться. Но это произошло только из-за того, что бензин перестали вывозить в больших количествах на экспорт. Перестали вывозить за рубеж. Спрос остался прежним, а предложение начало увеличиваться. По закону спроса и предложения, если спрос остается на месте, а предложение увеличивается, то в этом случае цена начинает падать. Обычные экономические законы.